351 в Москву список отправили. 338 список, пока вот на воздухе. Почему? Потому что... То есть жертвами погорельцев они посчитали только вот 250? 250 за день. А 338 еще остается на воздух. Судебные решения есть, все есть. В конце-то концов, вот, нас вот эти списки, это министр МВД Абдурашидов Магомедов, он не подписывает судебные решения. Вот до сих пор навоз, наверное, дело уже, наверное, не знаю. Вот. Судебные решения сделали, все делали. 338 человек на воздухе еще. Пока не включенные на списках. Кому вы обращались? Кому чиновнику вы обращались? Вот сюда, сюда, вот правительство. Ноль внимания их. Нас. Абдулатипову обращались. Абдулатипову. Нету никакой. Он ушел. Наконец он признал и сказал, говорит, одному. Ну, получилось так. Помощь от меня не получилась. Так, так. Я ушел. Что ему? Вот 338 человек. Thank you.